Привет, привет! С вами Белякова Алла и Белякова Влада. У Влады сегодня день рождения. Она прячется за красивой прической. А это гости. Наконец-то они добрались до нашего дома. А то были в бургере и были в кино. Ну чё, кто-нибудь по одному слову, Владочке? Не смущайтесь. Не смущайтесь. Ну что не то, ну не знаю. Видите, она у нас сегодня какая красивая. Давай, поздравляй. Ладно, меня тогда прорекламируй. Давай, прорекламируй. Хочу вам сказать про замечательную парикмахерскую, которая работает 11 человек, справляется совсем сам. Это моя подруга, Дмитрова Елизавета. Обращайтесь, телефон я вам дам, если что. Шикарную прическу. Да, шикарную прическу сделала Лиза. Реклама! И самая аккуратная шарфа. И твои волосы в колбасе. По совместительству одна.